Ну вот сейчас будем копить на... За 4000 на пушку для Т-28. Блин, ну как хорошо все-таки его кидают. Ну посмотрите, какие у нас противнички замечательные. М7, МТ, ПЗ-34, Су-85, Гриль, Су-5, М3 Ли, А-20. Не то, что это корыто коричневое. Не по уровню совершенно закидывают. Бой начинается. Ну, поточнее, сведение сразу же идет к центру. Я думаю, получше будет. Эй, Люкс, смотри, какой ты маленький, а я какой большой. А я быстрее тебя, а. Ну, не быстрее, конечно, но абсолютно так же еду. Даже обгоняю, наверное. Чуточку есть. Сейчас почему он средним танком считается, непонятно. Может, для баланса. В нем, насколько я помню, 400 лошадиный... 400 сильный движок. Моя память меня не изменяет. Это я точно помню, что в БТ-7, по-моему, или в БТ-5. Хотя БТ-5 и БТ-7 это одно и то же. Опять-таки, если не ошибаюсь, 400 лошадей. Поэтому он может разгоняться до 70 на шоссе без гусениц на колесах. Во, приехали, господа. Нет, сведения все-таки. Да что есть-то? Ну нет ничего, понимаешь? Не уезжай, любимый. Ох, какие мы все косые, аж противно. На этом танке действительно нужно на сближение идти. Вот так вот. Действуем как на Шермане. Как-то не парадоксально. Подароксально. Подароксал. Покупай от запора мозга. Сейчас минус один. Сейчас можем докатиться быстренько так до базы противника, снести у него всю арту. Сейчас мы это и сделаем. 46-й, я тебя догоню. Снести всю арту самое сладкое. Ай. Чё так больно-то, а? Чё так кусаешься? Имей совесть. Хотя мания величия на такого гиганта замахнулся. Привет. Что ли? Не пробито? Да ты стебёшься. Да мое ведь было, ну что за дела такие? Я тут рискую своей тушей, а не ты. Черт. Ну вот та издалека. Нет, это Грили. Меня кто-то другой уничтожил. Штурмпанзер, что ли? Ага, арта такая. Забыл совершенно, что она так называется. Есть она у немцев. Не, ну нормально, повеселились. Довольно-таки веселый такой заезд получился. Поэтому не жалко того, что мы сдохли. Тем более, что мы выиграли. Что
Что у нас там? А ничего, не вернулся из боя пока что нас Америкос. Как-то не прискорбно. Я только не помню, что мы там настреляли. Помню ничего особенно. Я уже забыл, что было в прошлом бою. Кошмар. А сколько там, кстати, стоит? 658. Т-28 принес опыта. Сколько стоит М6? О, господи, 640 тысяч. Нам нужно 640 тысяч. До того, как я... прокачаю М6. Прокачаем пока движок, купить, установить. Можно вот модули продать. Модули. И продаем их. Чего? А, на складе надо смотреть, да? Модули, модули. Орудие 8,8 не пригодилось. Точнее, не пригодилось. Оно на Тигре 2. Ну, пускай оно будет продано. Но сразу 100 тысяч. Амир еще в бою, так что закатнемся тогда на этой чудо-штуковине. Не, приятный танк, очень приятный. Т-28 для своего уровня. Вот, конфета. А что будет, представьте, с пушкой за 4000? Там, где пробиваемость, по-моему, 120. Два раза больше, чем это. Которая на КВ-3 ставится. На КВ-3. Это будет огонь. Огонь по всему, что движется. Поедем мы направо. И, ну не знаю, прорыв, не прорыв. Нет, прорыв вряд ли я буду выстраивать. Слишком он картонный. Здоровья маловато, но... слишком много я прошу. Так, маневренность на высоте и все остальное тоже. Да, он высокий, заметный, но... можно, кстати, за всякие кузова и корпуса прятаться. И за камешки. А вот стрелять я пока с него не умею, потому что пушка, сами понимаете, новая и... я не знаю скорость полета снаряда. Ну вот, сдох первый. Что там, мех вот контужен. А у нас-то настреляли. Ладно, подождем. Твою маму подождем, твою мать. Пока там кто-нибудь вылезет. А вот вам и вылезли. Не, ну там пипец. Тут нужна поддержка. Зараза. Ну я сверхзаметен. Я сверхзаметен абсолютно. Фиг спрячешься. Первым замечают тебя всегда. Из-за такой... из-за такого объема. Не спрячешься. Ну что, пока танк в бою, видимо, тут на ничью идут. Я так понимаю, на истечение времени. Можно еще раз закатнуться на красавца КТ. Плевать, кому его кинут. Все равно будет хорошо.
Главное сейчас не ложануть после всех этих легких танков и средних. Быстренько переключить свой мозг на управление тяжем. Сменить тактику. И действовать логически правильно. А логика у меня уже вырубаться начала. У нас есть АМХ-50-120. Блин, он выглядит как какой-нибудь лазерный танк будущего. Я представляю, какими бы они сложными были в производстве. Я так понимаю, ни один этот танк не был выпущен на свет. Что-то я не видел таких до World of Tanks. Нигде. Ни в каких военных играх, например, не было такого. Но они бы не смогли столько выпустить с их производственными мощностями и с такой сложной формой корпуса. Это на один танк ушло бы слишком много времени, а еще и механизмы всяких там барабанных заряжателей. Сверх просто технологичный на тот момент танк. Для Франции было невозможно, тем более, что их оккупировали к чертям собачьим за неделю. Зачем по мне стрелять? Я хороший КТ. Серый такой неприметный. Меня не видно, я невидимка, все. По мне стрелять не надо. Гусеница снова функционирует. Как будто про желудок говорят. На пантерке опасно здесь. ГВ пантер, я имею в виду. Очень даже неприятный враг. Попадание и все. И все. Зараза! По-моему, я сдох. Только что. Что ж ты будешь делать? Сзади еще какие-то деревяшки мешаются. Да, у меня сейчас в мозгу только одно. Убраться бы отсюда нафиг. И куда я уберусь? Всех кладут направо-налево. Бэт что-то двоих положил, красава. А я не красава, я промахнулся вообще. Только я сейчас потрачу аптечку, мне сейчас прилетит по-любому. Такого не бывает, чтобы нормально отлечивался и жил так долго. Не, ну бывает, конечно, но не так часто. Сейчас поможем. АМХ там вроде встал. Тихо-тихо. Ну зачем так? Хм-хм-хм, привет. Понятное дело. При попытке-то попасть в пушку. Не надо со мной сближаться, я не хочу с тобой знакомиться. Слушай, а? Давай как-нибудь по-другому. Познакомимся. Нет, ты не в моем вкусе определенно. Поражение это 28. А здесь, наверное, тоже ничья вообще там. По-любому, да, ничья. Ненавижу
тупни, которые не умеют взять себя в руки и пойти уже сдохнуть нормально. Какая разница, если не сейчас, то все равно две стороны проиграют. Что, с этого легче кому-то? Почему не сражаться до последнего? Ладно. Снова Амер, снова я забыл посмотреть, какого он уровня. Нас кидают просто под вечер. Нехорошо так делать. Разрабы, нехорошо. Кидайте этого коричневого чудика куда-нибудь полегче. Слушайте, ну зачем? Ну зачем к Е-75? Зачем к Исам третьим? Зачем к Фердинандам? КВшкам пятым? Ну что это за прикол? Мне остается лишь орать, ломай меня полностью, и подыхать. Ломайся полностью. У него тут кальян на крыше стоит, понятно, почему он постоянно промахивается. Он трубка от кальяна, точнее верхушка, куда уголь класть. Я не знаю, я вниз, мне срать. Я все равно сдохну. Ребят, я сдохну. Зато я гордо предводительствую над шайкой из Е-75-х, из СОВ-4-х и 3-х. Плюс еще КВ-5 сюда поехал, по-моему. Или нет? Ребят, я посвечу. И сдохну. Или просто сдохну. Мне кажется, так. Нет, да неужели я проехал? Офигенски. Офигенски, я проехал. О, свет. Броня не пробита. Отметился у него на корпусе. Из третьей. Я просто так буду стрелять. Хотя мне нельзя, потому что я свечу. Зачем мне стрелять? Мне главное, чтобы меня не увидели. Хорошо, как попало, а? Как хорошо попало. Упс. Минус Е-75. Это я к Тайгер. По-моему, мы приплыли. И четвертый разбирается легко очень. Кто дохнет. Прямо на глазах. И тут такой я выезжаю и даю люлей. Я к Тайгеру. Представляете, что бы это было? Эй, я прям таки супергерой. А может у него там какая-нибудь башенка? Вот тебе и башенка. Нет у него, кстати, никаких башенок, куда его бить. Поражение 510 опыта на тигре. Здесь 509 всего. Я все-таки дождусь Амера, потому что мне уже хочется быстрее докачаться до М6. Поэтому жду. А вы через секунду все это увидите. Хоп, волшебство, не иначе. Так. Осталось нам 1800 примерно, наверное, опыта. Надеюсь, что нас закинет не куда-нибудь. Ну, чё надеяться, и так уже все понятно. Опять забыл посмотреть, какого уровня танк. После этого боя я точно это сделаю. Главное не забыть. Я буду думать не о бое, в котором все равно всру. Буду думать о том, чтобы не забыть. Посмотреть. Какого уровня танк.
Все понятно, стандартный набор попадосов имени М4А3Е2. Что за херня с этим названием? Что с ними не так? Почему они так погано назвали этот гребаный танк? Наверное, потому что гребаный танк поганый. Хотя он был в этом Company of Heroes. Типа самым крутым американским танком он, по-моему, был. Никаких Т-32, никаких М-110, М-103, которые появятся в обновлении. А именно этот. От него очень здорово там отлетали снаряды. Все, что я запомнил. Так, не двигайся, не двигайся, парень. Сейчас мы тебя подрихтуем немножко. Подстрижем под бобрик. Этого тоже можно. А, это 90-й с ним сложнее будет уже. Тик. А я ему что-нибудь снес вообще? Нет, все-таки надо оверторги-то будет поставить. Не пробил. Ну, конечно, танк Porsche не пробивается никогда. Кто бы сомневался. Мне кажется, сейчас этот 90-й выпрыгнет. Так, где он? Скрылся, зараза. А там что у нас? Можно ему, кстати, нафигачить сейчас. А, нет. Так, просто не нафигачишь. Ай-яй-яй-яй-яй. Меня светанули, уничтожили 90-й, который принес бы мне много опыта, я думаю. Потому что танк-то отнюдь не хилый, очень нехилый. И ИСа-4 на нем разбирали. Не верится даже, что это Тарантайка может такие вещи творить. И Е-75 разбирали на нем также спокойно. Ладно, пока сидим. Едем за ИСом-4. Дальше будет видно. Что к чему. Т-43. Картонка. И он чуть-чуть, что-то там виднеется. Попадем. Да нет, конечно, не попадем. Надо, чтобы его светанули как следует. Так, Лёва. Я здесь стою. Я здесь главный, я здесь босс. Так что ты мне не мешайся. Со своей игрушечной пушечкой. По мне уже стреляет, но кто-то с рикошетом. Там и сядь. Ну это в башню, это бесполезно. Практически, я думаю, бесполезно, только если... Ну, он же сдох, тем более теперь бесполезно в него стрелять. Так, А-20 сдох тоже. Можно ехать вперед. Охота на арту началась. Я поеду так. Попробую разогнаться и въехать в горку. Да, вон там Т-43, на которого я и рассчитывал. Он неудачно торчит. Совершенно неудачно. Я в него попал, видимо, попал. Опаньки. Опаньки.
Ах ты ж ёшкин матрёшкин. Давай, давай, детка, давай, разгоняйся, твою мать. Иначе нас сейчас порубает арта. Он же меня заметил. Где этот? Нужно двигаться вперед, ни на секунду не останавливаться. Где-то здесь второй черт обитает. Леший. Там Лева. А где-то здесь зверь Кумель. Точнее, не зверь, а насекомое, потому что Кумель — это шмель. Да ладно. Неужели я обожу? В кои-то веки. Неужели я в кого-то попадаю? Ну что ж, у меня настроение так поганите. То 90-й заберут, то арту, то еще что. Вон, Е-75. Калибр для меня, скажем так. Чисто побаловаться. Ой, он в меня целится. Что ж, посливаем снаряды в слепой надежде попасть. Но его уже Буратино убрал. Ну, неплохой бой. Опыта так себе дали. Как я уже и говорил, то коцаешь каких-нибудь мутантов 10-х уровней, тебе дают там по 600, по 700, а то завалишь парочку ПЗ-3-4, тебе дают 1200. Как-то криво. И танк все-таки 6-го уровня. Да, сначала Т-2 медиум танк, МТ. Ну, как я и говорил, только я здесь сказал Стюарт. А Стюарта они здесь. Хорошо. 6-й уровень. А здесь какой? Здесь 4-й. А здесь 6-му соответствует КВ-3, которую вообще не убиваем. И это как-то, знаете, немножко не в те ворота игра получается. Ежу понятно, что если сойдутся КВ-3 и это Тарантайка, кто победит? Очевидно. Здесь на 6-м уровне ВК-3601. То же самое, победит ВК. Особенно если это Парше. Угу. У францев что? 75-й вполне может снести. Орел-44, не знаю. Не сталкивался особо. Ну, а только что я по нему стрелял. Но если бы он начал по мне ответный огонь, не факт, что известен был бы результат. Так что вот так вот. Вообще ГВ Пантера на 6-м уровне. Су-14. Ну, в общем, капздес полный. 6-й уровень такой вот. Немощный прям. Танчик.